Всем здравствуйте, снова я продолжаю разбирать запасы авиации в 72-м масштабе у себя. И единственный представитель фирмы Хасигава на данный момент, вот такой самолет Кавасаки Ки-61 и ТИ Хиен, в скобках тут Тони. Не знаю, правильно ли прочитал, но такой интересный экземпляр. С листом клевера на борту. Очень интересно. Именно поэтому, может быть, я купил себе эту модель. Вот. Очень интересно было посмотреть вообще на фирму Хасигава. Необычный формат коробки. Он длинный, узкий такой. Стоимость порядка 500, может быть, рублей на данный момент в магазине. Я моделист брал. Вот такой пакет внутри. Все запаковано. На совесть. Попытаемся сейчас все это быстренько посмотреть. Особо здесь, конечно, рассказывать нечего. Как и для многих самолетов в 72-м масштабе. Все здесь слишком понятно, слишком видно. Да, все на виду. Вот пара литников, один из которых я сейчас держу. Итак, здесь у нас детали фюзеляжа с внутренней расшивкой, которую, в принципе, может быть, где-то немножко стоит подрезать скрайбером, сделать ее более внятной, в остальном все очень хорошо. Детали колес, детали шасси, кстати, с какими-то уже рессорами здесь видно, подпружиненные они. В принципе, каким-то облоем тоже детали не страдают, видна кое-где и клепка, вот. Поэтому я думаю, здесь каких-то прям сильных доработок не будет нужно. Итак, дальше у нас детали крыльев, вооружение какое-то и пара пилотов. Пара пилотов. Один у нас изображен стоя рядом с самолетом. Предполагается его поставить. Второй у нас вот такой, сидящий уже внутри. Но фигурки, надо сказать, получше, конечно, чем у старой там звезды или еще у каких-то фирм типа Восточного экспресса. Но, тем не менее, они довольно-таки просты. Такие куколки. Вот. В остальном, пластик ничего себе так. Так, дальше у нас идет инструкция внутри по сборке. Какая-то вот бумаженция, я даже не знаю, что такое. Давайте посмотрим, что это. Вот, быстренько глянем. А, ну это какие-то рекомендации общие такие, да, для моделистов. Как пользоваться клеем, ножами, что делать, мыть, стирать, обезжиривать. Тут все показано на японском, дублируется английскими языками. Значит, и вот такой буклет у нас, инструкция. Всего 5 шагов, я так понял, по сборке. И дальше у нас вот такие варианты нанесения декалей. Их всего 2, я так понимаю. Угу. 2 варианта. И, собственно, что остается, это непосредственно декаль. Довольно-таки объемный листик на 2 варианта. Ну, меня прежде всего заинтересовал вариант вот именно с этими листами клевера зелененькими. Поэтому будем собирать именно вот такой красивый желто-зеленый с красным кругом и зеленым листом самолет. Очень необычно и классно смотреться, я думаю, будет. Ну что ж, модель, думаю, однозначно заслуживает внимания. Модель хороша. Да, кстати, забыл. Вот прозрачная деталь в пакетике. Деталь также нормального качества, прозрачная, без каких-либо сильных дефектов. Я думаю, очень хороша. Вот. Модель однозначно, я думаю, заслуживает внимания. Очень классная. Вот. Поэтому, если вам интересна японская авиация, именно вот этот образец, я думаю, покупать этот набор стоит и пробовать его собирать. Спасибо. На этом все. Заканчиваю и продолжу следующим обзором на образец авиации. До свидания.